Мои дорогие подписчики, мы с вами на канале Болтушка-Веселушка. И я очень хочу в какую-нибудь новую игру поиграть. Roblox McDonald's, айда за мной. Ну что ж, друзья, вот я и в этом замечательном мире. Эй, привет, вы кто такие? О, смотрите, какой-то попрыгунчик, и я так могу. Так, посмотрим, может быть, к тебе надо подойти? Нет, кажется, к нему подходить совершенно не обязательно. Это Джон Дое, а второй приятель тоже Джон Дое. Ладно, попробуй пойти туда, куда убежали другие игроки. Интересно, что они там делают? Ого, круто-то как, смотрите, здорово, здорово, здорово. Здесь какие-то дороги непонятные. Слушайте, что тут хоть делать надо? Я вообще в шоке. Погодите, погодите, сейчас узнаем. Я, кажется, к чему-то приближаюсь. Эй, приятель, привет. Это ты здесь? А я где? О, смотрите, он что-то строит, что-то делает. О, это не мое. А это его, кажется. А если я у тебя что-нибудь украду, возьму? А где мое вообще? Ого. Так, ладно, я не пойму, куда мне идти, он что-то там делает, прыгает. Так, может быть, в какую-то другую сторону пойти? Может быть, сюда? Ох, и поле-то огромное, а куда мне идти? Где мне приткнуться, я не знаю. Ну, в какой стороне мой дом? О, смотрите! Может быть, вот это будет мой дом? Я займу вот эту территорию, и она будет моей. Begin working. Так, подождите, что это? $9 и что-то коричневое. У меня оно коричневое. Что ж, я попробую здесь чего-нибудь поделать. Так, у меня есть какая-то лента. Ну-ка, давайте на нее запрыгнем. А-а-а! Это прямо как эскалатор. Ну что ж, если я туда не могу пойти, кстати, а я сюда могу пойти по этой ленте? Бэм-бэм-бэм-бэм. Слушайте, по этой ленте явно что-то должно продвигаться. А вот что? Друзья, с чего начать вообще? Не знаю, с чего здесь начать. Мамочки, так, ноль. А вот если сюда ступить, что будет? Ничего не происходит, ничего не понимаю. А если попробовать денежки забрать, что будет? Так, попробуем подойти. Кстати, почему это называется Roblox McDonald's? Ой, смотрите, а что я не могу забрать эти денежки, а если я попрыгаю? Слушайте, ничего не забирается. А где же моя территория? Это, кажется, не моя территория. Все, я это уже поняла. А где тогда моя? Как мне найти мою территорию? Но она же пустая. Вот если я сюда подойду, и это станет моей территорией. Все, я зафиксировалась. Это моя территория. А как вам такое? А ну-ка попробуем еще раз денежки забрать. О, получилось! Теперь это и правда моя территория, представляете? Так, теперь что делать? Может быть, побегать? Здесь такое огромное пространство. Класс, я бы куда-нибудь побегала. Все равно теперь это мое, абсолютно мое. Ну-ка, деньги, вы идете? Нет, кажется, ко мне деньги вообще не идут. Ладно. Ой, смотрите, это ноль. Почему это так и осталось $0? Ой, что это такое? Что это? О, глядите, глядите, я машину сделала. Я заплатила за нее $9. Представляете? И эта машина делает мне какие-то непонятные кубики. Так, но только за эти кубики я должна вроде бы что-то зарабатывать или что? Так, погодите, а может быть, я уже зарабатываю? А ну давайте посмотрим на экран. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, ребята, я уже зарабатываю. Идет доллар к доллару, доллар к доллару. Ну-ка, не проходите мимо. Я еще хочу что-нибудь купить. Но кажется, я ничего не могу купить, кроме вот этого красненького кружочка. Для него мне надо $70. Друзья, я так буду долго зарабатывать. Ну-ка, нет, всего лишь $10 осталось. Супер! Класс, класс, класс! Сейчас я заберу все эти деньги и, конечно же, еще чего-нибудь построю. Но здесь, по-моему, одни кубики рафината. Ладно, я уже кое-что подсобирала и хочу вот построить какую-то штуковину. Опля! О,
Я еще одну машину поставила, представляете? Только уже другого цвета. А я на нее запрыгнуть сверху могу, интересно? Так, попробуем. И раз. О, смотрите, это мое хозяйство. Я его сверху могу обсмотреть. И у меня, кстати, появилось много красненьких кружочков. Раз, два, три, четыре. Целых четыре круга, представляете? Вот здорово. Угу. Так, а сколько они стоят? 500. 650. 150. Ребят, вы что, издеваетесь? Это же такая цена, я же так долго буду ждать. 500 и самое дешевое $150, вы представляете? О, у меня, кажется, деньги стали быстрее набираться. Вы это видели? Еще чуть-чуть, и у меня будет 150. Так, я подожду, пока мои денежки наберутся, пойду похожу, посмотрю, какой же мне все-таки Макдональдс нужно строить. Я вот здесь, например, не видела ни одного нормального Макдональдса. Все строят себе, все что-то делают. О, смотрите! А если взять себе два Макдональдса, что это будет? Так, вон $9. И я возьму так, и раз, это мой. Нет, не могу, что, не могу? А почему не могу? Наверное, потому что у меня уже есть Макдональдс. Жалко, конечно. Нет, меня игра не пускает. Так, а куда-нибудь еще сходить? Эти два мужика мне совершенно не интересны. Пойдемте прямо. Правда, я потом боюсь, что не найду свой родной дом. Слушайте, тут и сверху так вообще не видно, куда я попадаю. О, море, 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 море. Идем купаться. Мы искупаемся, а денежки сами накапают. Ого. Так, давайте Ого, попадаем. Эпс, меня вернули, кажется, на мою территорию. Ну что ж, давайте посмотрим, сколько я уже заработала. О, 326, супер! Я его забираю и иду покупать что-нибудь за 150. Итак, готовься. Надеюсь, что это не будет третья машина. Опа, да, надежда умирает последней. Это оказалась третья машина. Теперь у меня вместо двух... три машины, но зато у меня намного быстрее вырабатывается этот рафинатный сахар. И появилось кое-что за $300. А ну-ка, нет, к сожалению, я не могу это сейчас приобрести. А вот сейчас идем, тратим все свои деньги. О, супер, глядите, что это? А если я сюда... Ай-я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 й, будь осторожна, а то тебя тоже как рафинат обработают и денежки за тебя заплатят. Смотрите, я могу что-то за 250 купить. О, нет, я не могу. Кажется, это немножко не те деньги, а вот те. Я вижу 650, 500. А сколько у меня накопилось? Скоро будет 500. Друзья, это интересная игра, мне нравится, я столько всего построить могу. Мне хочется построить что-то отдаленное. Например, вот это. Что это, интересно, будет? Давайте соберем все деньги и попробуем это построить. Так, принцесса моя идет вот сюда. Забирает остаток суммы и идет строить что-то сверхочаровательное. Вот, вот это что-то дальнее и красивое. Ля-лям! Что это? Ребят, что это вообще? Это же здание моего собственного магазина! Круто, круто, круто! Мне нравится, мне нравится, мне нравится! Класс! А могу я по нему походить? Это территория, я теперь поняла. Да, смотрите, я могу на нее забраться и идти по ней. Вы когда-нибудь ходили по бордюрчикам? Вот, мой человечек ходит по бордюрчику. Я обожаю ходить по бордюрам. А вы напишите мне в комментариях, любите ли вы такое приключение бордюрное. Так, но почему-то здесь вот есть пространство. И там огромное пространство. Интересно, что же там будет? Ладно, друзья, пойдемте соберем денежки, да побольше. Я хочу еще что-то построить. Ого, с каждым разом мой Макдональдс становится все дороже и дороже. Супер! Так, сохраняемся. Мне кажется, вот эта штука, она нас сохраняет. Или вот эта штука нас сохраняет. А то вдруг я куда-нибудь вылечу, и ничего у меня... не получится вернуться. И все это мое строительство возьмет и пропадет. Я такого допустить не могу. Так, что если я вот сюда скакану? Раз. Ой,
Что это такое-то? О, смотрите, какое все разноцветное! А что на эти цвета можно нажимать? Например, синенькая. И что изменилось? Давайте посмотрим. Ой, мой сахар стал синего цвета. Классный! Ой, какие классные! Как они мне нравятся, синенькие такие. Так, а ну-ка посмотрим на розовые сахаринки. Ну-ка. Ой, точно розовые. Но мой самый любимый цвет это желтенький. Я правда еще не решила, темно-желтый, но он больше оранжевый. Нет, возьму светло-желтенький. Так, а интересно, а если сюда ступить? Ой, еще одно. Это что? А, это текстура, ребята. Это текстура, точно. А что она меняет? Ой, мои кубики, кажется, меняет. Смотрите, они стали похожи на какие-то ящики. Так, пойдемте еще что-нибудь изменим. А если сделать вот такую небесную текстуру, они желтые будут? А ну-ка. Да, с оттенками голубого, представляете, классно. Слушайте, а если сделать вот эту светящуюся, хочу светящуюся. Круто, ребята, круто, класс, вот это мне нравится. Вот это радует мой глаз. Так, пойду собирать деньги, у меня вон, ого, уже 2000, ничего себе. Так, попробуем забрать вот это все. И чего-нибудь еще построить. Так, ну здесь я уже все построила. Здесь только за обычные денежки. А вот если тут... Опля! Ой, еще одна машина. Смотрите, теперь будет еще больше. Еще больше производства. Только теперь это умная машина. Отлично, супер машина. Я бы хотела на нее залезть и сверху все рассмотреть. А ну, смогу я допрыгнуть? А, могу, правда, клево, ребята, я могу допрыгнуть. Ой-ой-ой, я немножко запуталась, хочу еще выше. Так, как на горе, во. Вот, отсюда я вижу всю свою территорию, правда здорово? А еще я вижу, что я кое-что не достроила. Вот здесь, например, оно всего 750 стоит, денежек у меня хватит. Ля-лям! О-оу! Окна! Окна, каркас, каркас, класс! А ну-ка, 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 давайте обойдем это чудо-юдо-сооружение. Так, а запрыгнем повыше. Опля! Ого! Вот это здорово! Мне это безумно нравится! Так, что-то еще можно построить? Но у меня денег мало, пойдемте еще насобираем. Тем более, я не успела отойти, а там уже 2000. Представляете, как это быстро происходит? Ребята, играйте в эту игру. Она не медленная, она просто скоростная. Так, давайте теперь построим. Опля! Что это? Что это? Это стекла, что ли? Стекло! Вот стою и бьюсь об стекло, как бабочка. Ну и ладно, не хотите пропускать, я еще что-нибудь построю. Например, вот это. И что я построила? Ой, слушайте, а если я все буду строить подряд? И это? Ой-ой-ой, а что я такое строю, ребята? Честно, я еще... О, ой, смотрите, круто! Ого! Какое сооружение! Кружочки все появляются и появляются. А, вот что, это двери, стены. Вот теперь у меня настоящее помещение. Правда, без крыши, наверное, но зато у меня есть стена огромная и выход. Это здорово. Нажмем еще на чего-нибудь. Да, но на чего-нибудь больше нажимать не получается. Мне опять нужны деньги. Деньги, 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 деньги. Вы где? Ну, пожалуйста, ну появитесь. О, а если здесь нажать? Ой, это еще одна какая-то стена, смотрите. А здесь сколько всего можно построить? Мне нужны деньги. О, опять 2000, супер. Забираем их все и идем дальше на строительство. Так, здесь надо 500. Я не знаю, что я построила, но я буду строить все подряд. Опля, опля, и еще оп. Нет, к сожалению, это я построить не могу. А что же я построила? Что-то я не вижу здесь ничего. Так, давайте заберемся наверх и посмотрим. Я из своей машины могу посмотреть все, что угодно. Тем более мою территорию. Итак, запрыгивай. Ну, запрыгивай. Ты раньше запрыгивала? Ну, давай же, давай. Теперь тебе просто так не запрыгивается, что ли? Устала? Ну, давай. Вот, ну-ка посмотрим. Да, не могу полностью охватить все взглядом. Ну ничего, придется собирать денежки. А сколько нужно подсобирать? 1000. Эх, очень дорого. А 500? У меня 500 хотя бы есть?
Даже 500 нету, представляешь? Ладно, пойду собирать то, что накопилось. Ой, тут 1000 всего лишь накопилось. Как медленно. Хочется чего-нибудь побыстрее. Ладно, я еще за 500 что-то могу построить. Только бы увидеть, что я строю. Честное слово, ребята. Ну что я такого особенного построила за 500? Только потратила. Не пойми зачем. О, еще что-то построила. Друзья, пишите мне в комментариях, что мне удалось построить. Может, обойти все кругом? А ну-ка, пойдем и посмотрим. Может быть, там что-то построено. О, смотрите, как же все-таки красиво у меня. Около входа чего-то тоже должно быть. Ну-ка, обход. Ого, вот она какая стена огромная. Наверное, она-то у меня и строилась. Теперь у меня полный каркас моего Макдональдса. О, смотрите, даже окно есть. Давайте попробуем туда запрыгнуть. Опля, ну запрыгивай, пожалуйста. Ну, пожалуй, ну ладно, разгонись немножко. Раз, два. Не, не хочет. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Не, совсем не хочет запрыгивать. Интересно, у меня будут подчиненные? Я готова принять на работу очень много людей. Интересно, как мне сделать так, чтобы мое производство побыстрее работало? Мне нужно побольше денежек, иначе я так вообще ничего не смогу построить. Вот, например, у входа. Что у меня получится? Вот, теперь я могу внутри что-то делать. Вот, за 1000 что-нибудь. Ого, вы это видели? Вот это круто. Все такое красивое. Все такое деревянное. Пол просто обалдеть. А кто ко мне зайдет? Ребят, вы ко мне зайдете? И все, смотрите, вокруг все не очень дорого. Интересно, что бы это значило? Пойду попробую еще денежки насобирать и обязательно... Ой, а там что? О, смотрите, там что-то есть! Еще один кружок какой-то отдаленный. У меня денег нету? Нет, к сожалению, нету. Ну что ж, ничего страшного, не нужно огорчаться. Сейчас насобираю денежки и посмотрим, что я могу на отдаленном кружочке построить. Так, где мои денежки, где мои денежки? Вот они. О, уже 2000 насобиралось, пока я ходила. Ну уже запрыгивай. И теперь пойдем за 1500 построим что-то вот здесь. Так. Интересно. Хопля. Бам! Ой, смотрите, это парковка! Неужели ко мне и машины будут приезжать? Напишите мне в комментариях, если я дострою свой Макдональдс, неужели у меня будут настоящие клиенты, которые на своих тачках будут приезжать и все у меня заказывать? Так, давайте посмотрим, у меня еще деньги есть, потому что, по-моему, у меня уже в заначке ничегошеньки нет. Опля, да, немножко подсобирали. Пойдемте внутри что-то попробуем сделать. Ой, кажется, я уже кое-что внутри сделала. Это что, друзья? Погодите. Неужели это стол? Ребята, это стол, квадратный стол со стульчиками. А если посидеть? Да. Командовать пока еще некем. Ну что ж, пойдемте еще что-нибудь строить. Тем более у меня тут все не очень дорогое. Вот здесь попробуем. О, маленький столик. Здесь гораздо уютнее. А ну садись. О, если я приду со своим кавалером, то мы здесь с ним пообедаем. Так, а вот тут вот еще один маленький столик. Смотрите, в моем Макдональдсе становится все уютнее и уютнее. У меня уже 3 маленьких столика и 1 большой. К сожалению, больше денег нет. Ладно, пойду насобираю еще. Производство-то работает и работает. Так. Где там мои денежки? Я пока красовалась, любовалась. Мне уже вон ни много, ни мало, а 1000 накапало. Да, хорошо, что вход с другой стороны. Иначе нельзя было бы и подождать, пока все насобирается. Ну-ка, принцесса, заходи в свой Макдональдс. Еще один столик. Смотрите, кажется, я уже построила кучу маленьких и один большой. Давайте мы посмотрим, что вот здесь будет. О, еще один большой. Но он, кстати, немножечко, по-моему, меньше, нет? Или такой же? О, такой же. А если за 1000? А ну-ка. Опля. Ой, это что, стена? Ни к селу, ни к городу. Зачем мне эта стена? Ну ладно, я уж боюсь на что-либо нажимать. Может быть, здесь...
К сожалению, на это мне денег совсем не хватает. Может быть, здесь... А, и на это не хватит. Ну что ж, я пошла дальше за деньгами. Мне же надо узнать, что это за стена такая. И зачем она прямо внутри помещения? Куда это годится? Давай, 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 давай. Забирай. Опля. Забираем все, что у нас есть. Так, накопили немножко, совсем немножко. Эх. А может быть, прогуляться и посмотреть в округе? Может быть, кто-нибудь здесь построил уже Макдональдс и побыть у него немножечко в гостях. Так, кто-нибудь тут есть? Нет, кажется, здесь никогошеньки нету. Слушайте, хоть бы свой Макдональдс не потерять. Вон он у меня какой красивый, выстроен. Так, побегу, посмотрю, может быть, с этой стороны кто-нибудь есть. Нет, кажется, и с этой стороны тоже одно небо с морем. Ладно, пойдемте посмотрим с другой стороны. А у меня денежки пока капают, накапливаются, набираются. Вот и пусть себе набираются. А мы погуляем, прогуляемся. Так, а ну-ка. А это что за территория? Кто там живет? Вот, смотрите, кто-то уже построил. Вокруг, ой, у меня тоже такое классное есть. Вон, видите, как строят? Привет, человек! Можно погулять по твоему Макдональдсу? У тебя здесь клевенько. Так, куда он идет? Что ты тут строишь-то? А, ты тоже построила такие штуки. И я построила. А если я тебе штуки понажимаю? Слушайте, а получится вот. И умножала. Класс. Опля. А мы ему сделаем такие розовые. Пошлите отсюда. А то он меня сейчас будет ругать. Мне не нравится розовый, желтый, да? А я тебе все равно сделаю розовый. Вот так. Ха-ха-ха. Ку-ху. Мы немножко ему насолили. Ладно, не будем к нему больше ходить, а то он на меня разозлится и будет за мной гоняться и мне все портить. Так, а где же мой теперь Макдональдс? Это мой вообще? Да, кажется, это мой. Это мой Макдональдс. Эй! Что-то я не узнаю свою территорию. Да, она должна быть коричневая. Да, это мой Макдональдс. Лучше мы в него пока заходить не будем. А то герой увидит, где я тут хожу, и за мной пойдет и будет мне все портить. А, смотрите, там еще один Макдональдс. Или это тот же самый? А, ну-ка, не, он красненький. Смотрите, там другой человек. И у него такие зелененькие фигурки. И он тоже только что начал строить. Привет, приятель! Я тут. Я хочу посидеть у тебя за столом. Почему у тебя ничего нет? Он собирает деньги и, конечно же, построил все зеленое. А я ему сейчас испорчу настроение. Опа. Пам-парам-парам-пам-пам. И сделаем ему какой-нибудь вот такое вот. Ай, сейчас он меня будет ругать. Убегаем. Так, давайте посмотрим, может быть, кого-нибудь найдем, кто бы построился получше. Например, у кого бы были столики. Эй, привет, я тоже прыгать умею. Ха-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Что, ты идешь что этому пакостить? Не нужно, я ему уже там сделала. Он нас вон выгоняет. Че, пришли, говорит. А, мы придем. Я еще раз попакостю. Опа! Что ты там настроил-то? Показывай. А, он занят своим. Ну и ладно, выгоняет нас. Видите, ему не нравится, что мы тут у него хозяйничаем. Ну да, кому бы это понравилось? Эй, смотри, приятель, что можно делать? Смотри, берешь так и из синеньких делаешь красненькие. Ладно, пойдем отсюда. А то точно нас набьют. Причем в Роблоксе набьют. Ладненько, пойдемте дальше. А вы, друзья, делали такие пакости? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Мне интересно. Потому что шутить над этими человечками очень здорово, на самом деле. Очень весело. Правда, подшутить жалко нельзя всерьез. Можно только цвета кубиков менять. И все, больше ничего не сделаешь. Так, где там мой Макдональдс? Там должно было уже насобираться куча денежек. Сейчас посмотрим. О, вот он мой любимый желтенький Макдональдс. Ко мне никто не приходил? Нет, ко мне никто не приходил. Зато у меня, смотрите, 6 тысяч насобиралось. Вот теперь строительство начинается. Ну, держитесь, друзья. Во-первых, мы построим вот здесь. Опля! А что мы сделали-то? Непонятно. Что-то построили, я целую тысячу потратила и не пойми, что сделала. Вот честное слово, так даже не интересно. Ну что ж, давайте разбираться со стенкой. Может, что-то со стенкой нужно сделать? Эй, хватит сидеть. Вот, мы сейчас тут... О, смотрите, да это же барная стойка. Или,
вообще стойка, где продается все. Опля, а это что? Ого, написано Макдональдс. Супер, супер, супер. Я хочу еще. Ой, это кассовый аппарат. А можно тут понажимать что-нибудь? Нет, к сожалению, оно... Ой, нажимается. Красненькая, смотрите, класс. Беленькая не нажимается, зелененькая, красненькая нажимается, не мигают. Ну что ж, пойдемте еще чем-нибудь построим. Еще один кассовый аппарат. А если внутри что-нибудь? А ну-ка, давай запрыгивай. Здесь можно ходить, ведь это твое помещение. Ой, у меня продавец, первый продавец. Класс, а почему написано... А, это второй продавец, второй кассир. А где первый? Вот первый. Только у него нету кассового аппарата. Нужно срочно с этим что-то делать. Так, кассир, ты не должен оставаться без кассового аппарата. Вот мы тебе... Ой, мы тебе ничего не сделаем. У меня опять закончились деньги. Ну разве так можно? Ладненько, пойдемте выходим и смотрим по сторонам. Может быть, хоть что-нибудь появилось. Ну-ка, 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 мне нужен кассовый аппарат для моего приятеля. Вот. Для этого я соберу все деньги и еще соберу и пойду обратно. Так, 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 так. Что же это происходит? Мне мало денег, вот правда, мне не хватает. 2000 это вообще ни о чем. Это вот два раза что-нибудь построить и все. Ой-ой, что-то оно все кружится. Не кружись, не кружись, не кружись. Что такое происходит? Почему все кружится? О! Вот, построила еще один кассовый аппарат и еще одну стеночку. Столик! Друзья, это просто волшебный столик. Он, наверное, в два раза дороже. Это здорово, это здорово. А можно еще один круглый столик? Ну, пожалуйста. Нет, говорят, денег мне на него совершенно не хватает. Ну что ж, кассовые аппараты есть. О, у меня три кассовых аппарата. А, к сожалению, нужно срочно с этим что-то делать. У меня три кассовых аппарата, а кассира у меня, к сожалению, два. Идем за новым кассиром. Ну что ж, друзья, как вам мой Макдональдс? Строительство, конечно, еще выше крыши. Но мне кажется, что вместе мы обязательно справимся. Пишите мне в комментариях, что мне построить в первую очередь. А еще пишите, как я смогу этим всем руководить. Или мне просто только нужно будет построить и все. Я хочу знать об этой игре абсолютно все. А еще, друзья, подписывайтесь на мой канал Болтушка-Веселушка, жмите колокольчик и приходите ко мне почаще на лотерею. Чао, какао, друзья!